Здравствуйте, я славлюсь своей внимательностью. Все знают, что я очень-очень внимательный человек. Но здесь я превзошла саму себя. В начале ноября я показывала цветение октября и сказала, что сейчас посмотрим катасетумные. Ну и, разумеется, забыла показать цветущий катасетум. И не только. В общем, цветение первой половины ноября. Как ни странно, мои два адениума распустились, несмотря на то, что они на прохладной веранде находятся, и еще один бутонится, не знаю даже. Ночью уже плюс 16,5 на этой веранде. Заносить, не заносить, держать здесь, в общем. Они у меня были обрезаны, вот эти ветки, которые были с бутонами, я так оставила, жалко. Ну, в общем, давайте посмотрим, что же у меня еще цветет. Внизу это Crimson Passion, а вверху Superstar. Один из зигапиталумов цвел все лето. Пахнет на всю веранду. Он переезжает к моему другу, потому что наступает зима и места нет. Но ничего, весной, возможно, снова переедет. Очень уже давно цветет вот эта бросовола. Джереми Крикет. В общем, вот такая. Я ее показывала, но еще раз покажу, она очень-очень красивая. И очень крупные цветочки. Насчет запаха я опять не знаю, я никак не могу уловить. Но вот-вот-вот-вот распустит бутончики вот этот вот дендробиум. И наконец-то мы узнаем, кто это. Ну вот единственное, за что мне не очень нравятся дендробиумы, осенью они так неопрятно выглядят. Вот видите, уже бутон вот собирается распуститься. Посмотрим, кто это. Наконец-то он у меня с прошлого года. Но таблички не было. А разумеется, не все дендробиумы сбрасывают листья, но все равно такой вот листопад у нас тоже есть, присутствует. Немного отцветает уже вот этот вот дендрофаленопсис, но я тут обнаружила такую негодяйскую вещь. У меня тут огромная муха, которая опыляет мне цветы, мои орхидеи. И я не могу ее поймать, она очень хитрая. Кажется, Света назвала его аристократом из Пенсильвании. Я, наверное, не ответила на ее обсуждение. Ну, красавец. В этом году мои катасетумные дружно стали сбрасывать листья. Просто одновременно. Тенебросум катасетум выдал цветоносик, но подсушил. А вот цикнодис пока продолжает расти. Надеюсь, что он его вытянет. У меня еще маленький, так что все впереди. Подарок Леночке Шиловой, дендробиум тренервум. Вот-вот распустится. Маленький, но очень энергичный и красивый. Это миниатюрный дендробиум. Ну и вот пока я думала, эта муха, посмотрите, она мне обстреляла мой катасетум. Я думаю, почему же цветочки? Но он давно уже цветет. В принципе, думаю, ну почему же цветочки так отцветать начали быстро и одновременно все? А она у нас тут погуляла. Разумеется, я забыла слово. Чем он стрелялся? В бутонах дендробиум манилиформы, и даже вот цветочек у нас есть, тоже активный, хороший. Но, разумеется, я опять забуду показать кого-нибудь, а потом буду делать видео вдогонку. Вот так цветет ротшильдианум, такой красивый,
и ароматный. Здесь вообще творится что-то невероятное от ароматов. Просто голова кругом, особенно в первой половине дня. Очень такой симпатичный. Бульбофилум это у меня. Ротшильдианум. Здесь вот видно. Три цветочка у нас. Пульчерима. Красавица. Пепл Мартин еще цветет. Он вообще всегда цветет. Анцидиум Катрин Зох, кажется, да? Правильно назвала? Тоже цветонос растет. Дервинара продолжает расти цветонос. Ну и безобразие, творимое мухой на Ациокладисе. Смотрите. Еще две коробочки. Мало мне одной было. Цветет дендробиум хибики. Есть еще новые цветоносы. Вот, пожалуйста. Насчет аромата. Я везде читаю, что аромат присутствует. Я не могу уловить. Не знаю, как у кого, а вот у меня он, по-моему, не пахнет. Или я не улавливаю, не прихожу в нужное время сюда. Последний цветочек уже отцветает. Наша красавица белина, как вы понимаете, она висит высоко, мне приходится тянуться. Ну и пойдем в ряд, потому что так будет удобнее. Я забыла его показать. Это единственный дендробиум Катберсони, который выжил в мое лето. И вот он продолжает еще цвести и растет много зелени. Тяжело они у меня растут. От нашей лошисты выдала три цветоноса. Здесь, если я правильно произношу, дендробиум палатикаулон. Кажется, тоже очень ароматный. Я его называю копченой селедкой или воблой. Он такой плоский. Такие вот белые цветочки. И вот такой вот дендробиум Exile. Вот так вот он цветет в этом году. В прошлом году был только один цветочек. Но я его в прошлом году только и купила в мае. В общем, полтора года он у меня. Это уже мое цветение, я ничего не могу сказать. И вот это тоже мое цветение. Ах да, а то забуду. Ну и вот кератостилус, цератостилус, как правильно, тоже весь в бутонах. А то ведь опять не покажу. Все это висит у меня высоко, и, как вы понимаете, ужасно неудобно стоять с вытянутыми руками. Я сейчас буду подниматься по лестнице. Это у нас кирки айрангис. Мое цветение. Абсолютно мое цветение. Ну и жирянка продолжает цвести. Ну и последний на сегодня, кажется, арахнопус. Он называется айрангис. Гибрид с чем-то, тоже очень ароматный. Такой цвет топленого молока, немного с розовым. А то мне эта муха тут все опылит опять, и я не успею ничего показать. Ну, вот такое было цветение на начало ноября. Спасибо. Берегите себя. И давайте немножечко воспринимать все как-то более-менее спокойно. Ну, что поделаешь.